На сей раз смешиваем по 10 мл 8% перекиси. Едата. И малоновой кислоты с крахмалом и марганцем. И снова выливаем в чашку Петри. Будем смотреть, тем самым увеличив еще слой реагента в чашке. О, ура! Структуры наконец-то стали достаточно заметных размеров. То есть надо просто наливать больше, толще слой.
слой должен быть толще. Единственное, что надо будет скомпоновать это так, что если ребенок вот не хочет понимать, что такое октава, удвоение, частота кривая.
побег сдох.